Три причины, почему 20-летние девушки встречаются с 40-летними мужчинами. Итак, поехали. Первая причина – это то, что мужчина в 40 лет материально обеспеченный. В основном, да, никто со стариками не встречается, если они бедные. Ну и в то же время называют 40-летнего мужчину стариком, тоже не понимается язык. Они обычно, если они успешные, то отлично выглядят. 40 лет у них такой расцвет, можно сказать. Они красивые, симпатичные, подтянутые, активные. Поэтому даже не сильно заметна разница в физическом плане между 20-летним и 40-летним мужчиной. Они даже более импозантные, более интересные внешне. Ну, еще тут один такой плюсик, то что они могут многое себе позволить в материальном плане. Хочешь пойти в ресторан? Пошли. Хочешь огромный букет? Пожалуйста. У меня классная машина, мы можем полететь куда хочешь. То есть они уже как бы могут распоряжаться своим временем более интересно, чем 20-летний студент. Вторая причина – это то, что с 40-летним мужчиной намного легче 20-летний построить отношения. Мужчина зрелый, он уже не будет стесняться подойти, познакомиться, он уже знает, как строить отношения, у него есть опыт отношений, он, скорее всего, уже нагулялся, хочет семью. То есть, если он увидел девушку молодую, красивую, он влюбился, он такой: «Все, начинаю встречаться и долго не думаю, через 6 месяцев сделаю предложение, мы поженимся, пусть она мне рожает потомство, и я все обеспечу». А она может не работать и сидеть дома. Вот такой вот расклад. То есть здесь не будет такое, что давай будем встречаться 5 лет, как с 20-летним, да, еще подумаю, я хочу, не хочу, будет, не будет, может, я еще кого получше найду. То есть здесь такого уже особо не будет. Ну и третья причина – это то, что с таким мужчиной вам как бы надежнее и приятнее в том плане, что он уже не найдет кого-то помоложе. Как если вы встречались с ровесником, выросли вместе, до 40 лет прожили, а потом он раз и ушел к девушке помоложе. Здесь вы уже та самая помоложе, да? Куда он уже дальше пойдет? Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Я вас всех очень рад приветствовать у себя на канале. Хочу вас ознакомить со своей работой. Создал курс скорой помощи для мужчины «Как общаться с современной женщиной». По сути, включает в себя выжимку, ребята, всех правил и постулатов МДшника современного. Ребят, он состоит из 2 часов полезнейшей информации, разбит на 7 глав. Хочу вам сейчас их зачитать. Глава 1. Кто есть женщина и зачем она тебе нужна? Глава 2. Каких мужчин любят и хотят женщины? Глава 3. Как побороть страх знакомства с женщиной? Глава 4. Как вычислить меркантильную женщину? Глава 5. Как затащить женщину в постель? Глава 6. Что тебя ждет после женитьбы, если ты женишься? И глава 7. Ты мужчина. Помни об этом всю жизнь. Ребята, если кто-то хочет подробнее ознакомиться и приобрести этот курс скорой помощи, можете написать мне в личку, которая есть и в закрепленном комментарии, и в описании к этому ролику. Можете пройти на Boosty и скачать его там. Там еще можно купить его поглавно. То есть не полностью, допустим, а вот какую-то конкретную главу, которая вам понравится. Но, в принципе, я бы советовал, конечно, приобрести его полностью, потому что, как бы, ну, включая в себя такую обширную информацию, которая связана между собой постулатами и нарративами. В общем, ребята, контакты мои под роликом, пишите и будьте счастливы.